следственным отделением МВД России по Рамадановскому району. Окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 24 января в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой живота был госпитализирован 42-летний житель поселка Рамаданово. Как установлено в ходе предварительного следствия, в день совершения преступления потерпевший распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого, где находилось несколько человек. Во время застолья между присутствующими возникли разногласия по поводу престижа различных видов войск российской армии. В ходе ссоры потерпевший ударил одного из гостей, после чего последний ушел из квартиры, но спустя некоторое время вернулся. Обидчик по-прежнему находился в жилище. Обвиняемый, передвигающийся после ранее произошедшей аварии на костылях, стал сбивать потерпевшего опорным металлическим медицинским костылем, пока он не сломался. От шума и криков пострадавшего проснулся хозяин дома, который остановил драку и вызвал скорую помощь. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дмитрий Дадонов, старший следователь следственного отделения УМВД России по Рамадановскому району.